пашку сорвало с брони, фугасом вжало меж камней взрывной волной. В первый раз очнулся парень сразу, в госпитале только во второй. Шевельнуть рукой, ногой бессилен, вместо тела огненная зыбь, а вокруг одна другой красивей. Бегают, хоть отлови да всыпь, только где уж даже речь овечья. И не смог он блея возразить той девчонке, севшей на предплечье, эх, девичья, медсестричья прыть. А она повадилась и мило на ладони гнездилась, как на стул. В 10 дней собрался Пашка силы, пальцем под курносой шевельнул. Вмиг взлетело несколько пощечин, хлестких, хоть и маленькой рукой. Залепило, только между прочим, Пашка был развязки рад такой. Ведь потом всего исцеловала, схлипывая: «Господи, оживи!» Улыбнулась, как ребенок малый. Здорово!